Усекновение главы святого Иоанна Предтечи – это день памяти о насильственной смерти великого пророка. Иоанн Предтеча, или как его еще называют Иоанн Креститель, был заключен в темницу вскоре после крещения им Иисуса Христа. Так ему отомстил властитель Галилеи Ирод Антипа, которого святой Иоанн обличил в беззаконии, в сожительстве с Иродиадой, женой его брата Филиппа. В день рождения Ирода на праздничном пире дочь Иродиады Соломия плясала перед царем и его гостями. Танец столь понравился Ироду, что он пообещал Соломии дать ей все, что она не попросит. Соломия, по научению Иродиады, ненавидевшей святого Иоанна, попросила у царя голову Иоанна Крестителя. Ирод, опасаясь нарушить клятву перед лицом гостей, вынужден был исполнить свое обещание. По преданию, уста мертвой главы святого Иоанна еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего».